Здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, вы похожи на интеллигентного человека. Мне, наверное, тоже надо как-то соответствовать такому делу. У меня просто нота для зрения. Очки для зрения. Ну, а у меня для защиты зрения. Ну, дай бог, я это ядом плеваться не буду, поэтому не бойтесь. Слушайте, раз вы интеллигентный человек, значит, вы разносторонне развитый, и вы интересуетесь там, ну, тем, что происходит в мире, скажем так, да? Ну да, мне приходится это делать, потому что я в социуме живу, мне приходится знать, что происходит в мире вокруг меня. Слушайте, конечно, приходится. У меня такой вопрос к вам. У вас в Конституции записано, что вы идете в НАТО и в Европу. Секунду. Секунду. Давайте проясним ситуацию. А, у вас флажок просто так, что ли, там висит? Украинский. Я живу в Крыму. А. На берегу Крыма. Так как на сегодняшний день Крым является в аннексии и признан в Европе, у меня стоит значок Украина. Чтобы Понятно. Его переделать, надо куда-то заходить, какие-то VPN, я динозавр в этом, я не понимаю. Поэтому оно мне как бы вообще пофигу, что там стоит. Понятно. Слушайте, ну я с украинцами общаюсь, ну а вообще вот вы как крымчанин, как бывший житель Украины. Да. Как вы думаете, вот Украина, вот то, куда она идет, и Франция, которая сейчас? Украина как государство не состоялась. Ну, понятно, смотрите, все, ну, все признаки все равно есть, да, внешние. То есть есть конституция, да, в ней записано, что они идут в Европу, да? Нет, признаков никаких, потому что демаркации границ 91-го года они не провели, а ну, в международных реестрах, учетах международных и в ООН, в ВИЗе ООН, они считаются, это территории... Административной территории округ Советского Союза, подлежащий военно-гражданской администрации. А Украина это коммерческая организация на территориях СССР, зарегистрирована на сайте УПИК международном трудовом. Вот так это происходит. Нет, ну смотрите, ну как сказать, кто без недостатков? То есть, ну, немножко ущербная страна, но в принципе же, ну как-то же там... Есть президент, там армия, там что-то есть, да? Так, ну, ну, прости, есть президент, армия, это все есть, да. Да. Все это понятно, и на сегодняшний день я же говорю, что им было дано время оформить документы как государство, они этого не сделали. А, то есть наследство не оформили, да? А если ты не сдаешь экзамен в третьем классе, как ты можешь в пятый перейти, в десятый, если тех знаний этих нету? Значит, ты остаешься в римском праве. В римском праве это физлицо. Физлицо в международном праве это ходячая, говорящая собственность. А в римском праве, ну, человек без гражданства. Угу. Гражданства нету физлица. Не ну, признаешь. Понятно. Слушайте, так это ладно, вот, давайте да? это. Че? Фиг с ним, ладно. Ну, не будем, ну, сильно, не будем сильно критиковать вашу эту бывшую родину. Я хотел спросить... Моя родина Советский Союз как была, так и осталась. Украина как была коммерческая организация, так она и оставалась. Она не сделала, это не государство. Не государство. Чтобы быть гражданином государства, надо пройти процедуру вступления в гражданство. Там 9 пунктов. 9. Если ты не проходишь 9 пунктов и получаешь автоматом гражданство, ты признаешься недееспособной личностью, которая прописывается по душевой книге Ватикана как раб, ходячая, говорящая собственность. Вы что? 7 апреля 2014 года 8-й генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, Бен Ки Яй Мун сделал ошеломительное заявление, которое запретили к распространению в украинских СМИ и интернете. На повестку дня у Совета Безопасности ООН был вынесен вопрос конфликта двух государств. В результате пришли к такому выводу: Украина не зарегистрировала свои границы еще с 25 декабря 1991 года. В ООН не были проведены и зарегистрированы границы Украины как суверенного государства.
По этой причине можно считать, что никаких правонарушений со стороны России по отношению к Украине не было и не может быть. Согласно договору СНГ, территория Украины является административным округом СССР, таким образом, нельзя обвинять никого в сепаратизме и насильственном изменении целостности границ Украины. В рамках международного права у страны просто нет официально утвержденной границы.